Кто мне незаконно? Будет телевидение, зайдут человек. А кто там? Вот эти же ушли из зала. Скажем, мы сюда в коридоре. Партия отошла. Так, выберите двоих, без телевидения, без ничего. Двое заходят, пожалуйста. Они пришли, кто хотят. Нет, без телевидения никто не заходит. Черт. Не надо. Телевидение забыл. Скажите Маху. Если телевидение не заходит, никто не зайдет. Телевидение заходит. Уважаемые граждане. С телевидением это. Вместе с телевидением. Уважаемые граждане. Вместе с телевидением. Без телевидения то. Сынок, ну скажи, какая у тебя зарплата, что ты тут стоишь? Уважаемые. Им нужен человек, чтобы посадить. Вот что надо. Почему? Только с телевидением, общественное телевидение. Бельчане хотят видеть, что происходит в нашем городе. Только с бельским телевидением. Понимаете, два человека зайдет, но с бельским телевидением. Ну, поймите, с бельским, они не хотят. Уважаемые граждане, уважаемые люди, уважаемые люди. Слушайте, тише, ребята! Тише! Уважаемые люди, я прошу вас спуститься всех на первый этаж. Не будем мы устраивать, потому что они прячутся за спинами полицейских. Полицейские, это те же люди, что и мы с вами. Спуститесь, пожалуйста, все на первый этаж. Мы не будем... Подожди, мы понимаем. Спуститесь все на первый этаж. Они боятся людского гнева. Поэтому я вас прошу, пуститься все на первый этаж. Все спуститесь на первый этаж. Все, идем на первый этаж. Все. Сейчас мы пройдем. Почему они вам не дают проводить заседание? Давайте будем слушать, что Николай Николаевич. Потому что они воры и мошенники. Все. Проходите вниз, пожалуйста. Все, идем.